И мои самые теплые приветствия всем, кто пришел сегодня хорошо провести вечер, а может быть и день, а кто-то, быть может, даже утро или ночь. Это не важно. Важно, что за героями три. Друзья, мы снова здесь, мы вместе. Мы завершаем кампанию «Кровь дракона». Сегодня будем играть последнюю миссию, которая называется «Жажда крови». И снова вы должны сокрушить ваших врагов до того, как они сокрушат вас. Если Мутаре погибнет, все потеряно. Даже с двумя вашими лучшими помощниками, это все равно будет трудная битва. Посмотрим, насколько. И нам предлагают выбрать бонус. 2 кристальных, 3 сказочных или 6 черных. Я долго колебался, на самом деле. Сказочные точно нет. Между двумя кристальными и 6 черными. 6 черных будет сильно, учитывая наш уровень и нашу специализацию, плюс потом к ним могут прибавиться еще драконы из нашего замка. С этими-то мы не стакнем наших драконов. Но все-таки для уникальности мы с вами возьмем 2 кристальных драконов. Орвальд солгал 3 могущественным нивонским лордам. Он сказал им, что если они выпьют вашей крови, то тоже станут драконами. Теперь Орвальд и 3 других лорда преграждают вам дорогу к заветной цели. Они хотят убить вас и выпить вашу кровь. Что ж, вы хотите того же, только вам нужна их кровь. Начинаем. Я выиграла эту схватку. Теперь Орвальд со своими прихлебателями жаждут испить моей крови. Они надеются, она превратит их в драконов, как содержимое фиала превратила меня. У них ничего не получится. Это я отведаю их кровь. Вот что происходит. Мутаре сделала глоток из фиала и превратилась в дракона. Когда впервые я увидел, я помню, меня поразила эта трансформация. Вот какая она теперь. Страшная. Победа над лордами, закрывающими вам доступ к тоннелям на поверхности и границам Нигона, заставляет нигонскую аристократию принимать вас всерьез. Вы ловите себя на том, что смеетесь от счастья при мысли о грядущих битвах. Прерываетесь, чтобы полюбоваться вашими новыми когтями, а потом рычите вестовым, чтобы они вызвали 2 ваших героев, лучше всего проявивших себя в предыдущих сражениях. Пришло время доказать сомневающимся, что я достойна занять место в рядах могущественной аристократии Нигона. Они хотят отведать моей крови, не так ли? Я сама выпью их кровь. Вот как теперь выглядит Мутаре. Вот такая, как я сказал, страшная, да. Не накрашенная, накрашенная. Многие полагают, что своим быстрым вхождением к военной элите Нигона Мутаре обязана несравненному умению управлять драконами на поле боя. Здесь у нас также нарисован кристальный дракон, и вот в нашей армии кристальные драконы. Юнит, который довольно редко бывает в управлении игроков в игре Герои 3. Так, артефактов нет, 2 лучших с нами, Маликит и Джидита. И давайте начинать. Даже 10 тысяч дали. Так, я бы вихрь маны бахнул, честно говоря. И умножил бы ей ману, и мы бы полетели ей куда-нибудь. А может быть и без вихря. 150 маны все-таки тоже немало. Не буду брать я троглодитов, ей вот что есть, с тем и пойдем. Давайте пойдем на север. По пути возьмем гарпий. Так, здесь деревья, которые, как она говорила, когда-то должны быть серые. Глаза. 1000 опыта, это даже не капля в море. Молекула воды в море, учитывая, сколько нам нужно опыта. Так, все? Нет, еще раз можно. Значит, еще раз. Что за недобрые часы? Заберем, конечно же, все равно. С экспертной удачей. Артефакт то, что надо, правда? Маликит.
220 маны больше. Есть просто интеллект, еще надо будет удвоить. Но у них нет портала вот такого пространственного. Зато есть хождение по воде, не знаю, пригодится ли нам здесь. Пригодится сделать апдейт для игры, чтобы оно сохраняло настройки заданные, которые всякий раз переставляют. Так. Пойдем сюда к медузам. Там есть деньги, сюда и пойдем. Готовы ли мы сразиться со стражей? Готовы ли они сразиться с Малекитом такого левела? Привык, что два раза магии бить можно. Думаю, сейчас этих двоих магии выпью. Но не тут-то было. Так, ну самое главное, чтобы наши пацаны выстояли. До того, как мы всех расшвыряем заклинаниями. Смотрите, они хотят сделать все, чтобы мы не победили. Если сейчас еще раз у нее сработает боевой дух, не сработал. Так, есть 2000, надо сразу и сюда, конечно же, сходить. Так, здесь я на всякий сохранюсь. Про запас, так сказать. Пока не буду разделять их. Есть высасыватель маны, мне это не нравится. Но у нас же есть, как мы знаем, более мощные вещи. Такие как, например, метеоритный и цепь молний. Вот ей цепанул. Боевого духа у нежити быть не может. Так что все четко. А здесь можно было выучить ворожбу. Хорошая штука. Когда она нужна на ранних миссиях, то учат первой помощи. А вот сейчас, когда все уже все выучили, так выдают. Поздно. Поздно. Так, у тебя есть мистицизм, значит, это тебе не надо. Но ты можешь взять троглодитов, хотя у него никого не осталось. Может быть, ему их отдать, а ты уже иди. Что у нас здесь? Глубокие пещеры. Пойдем посмотрим, что же там в глубоких пещерах. Мудрые сразу ее могут не воспринять как героя. Просто такой дракон двигается по узким проходам подземелий. А это Мутаре. Военный дневник. Все идет согласно плану. Я расположилась в туннелях под моими владениями, и я не думаю, что они знают о моем местонахождении. Местные говорят, что здесь еще есть пара замков поблизости. Я собираюсь быстро захватить их, а потом неожиданно напасть на врага через подземные врата. Высоким холмом перед вами открывается зловещая картина. Стая стервятников пирует на поле недавней битвы. Среди груд павших тел вы находите зачарованные часы. Я напомню, что этот артефакт нейтрализует на время сражения бонусы удачи. Нам с экспертной удачей такую гадость вообще нельзя носить. Спрячем ее куда-нибудь, привяжем к заднице лошади. Пусть она там будет, но не с нами. Так, мана подходит к концу, а Шэдоуэн вообще не защищен. Забираем его. Здесь надо построить гильдию. Здесь мы и умножим нашу ману. Так, теперь в Шэдоуэн. Строим гильдию. Здесь я тоже так же поступлю.
Ягер. Так, давайте захватим лесопилку. Возьмем эльфийский лук от случайной встречи со знаменитым стрелком. И пойдем нанимать. Зайди, возьми еще троглодитов. Ух ты! Мало золотых. У тебя есть? Ну да, имплозия у тебя есть, но просто они подлетят. Нету имплозии? Да ты чё? Не выучил? Я бы все же попробовал их убить. Метеоритм-то на них должен действовать. Если я все правильно помню. Посмотрим, сколько их там. А, тут всего лишь выход. Ну, это вот тогда не стоит. Тогда... Все равно. О, нет. Долетят все сразу. Заразы. Ладно, можно поразделять по одному. Но... Давайте позже. Вот есть на юг проход. Мы прям в центре. Пойдешь на юг. Военный дневник. Мой начальник разведки сообщил, что подземные врата у замка Бэтфанг ведут в зачарованную землю, на которой находится лепрекон и золотая шахта. Вот Бэтфанг. Где здесь врата? Вот эти? Или там... Там же не о портальных вратах шла речь. Так. Удвоим Утареману. Доберем армию. Так, здесь явно нужен какой-нибудь ягер, который пойдет это все собирать. Поэтому, наверное, я его тоже найму. Давайте сначала вами покажу. ...440 маны у Маликита. Стая грифонов сейчас на себе это ощутила. Ну давайте вот так. Так, и здесь тупичок у нас. А раз так, пойдем туда. Правее. Сюда все-таки прогуляться. Да, преимущественно. Ух, тут нету таверны. Это подстава. Я думал, я здесь выработаю. Ладно, тогда будем строить таверну. Военный дневник. Сегодня начальник разведки доложил, что его подчиненные нашли нейтральный замок в пещерах к северо-западу от нашего первого замка. Они продолжают поиски других замков. Так, тут есть какие-то вещи интересные, в частности, золотая шахта. С нее и начнем.
еще одна золотая. Под нашим контролем, отлично. Непонятно, зачем нам тут университет. Корут человечиной. Спинам метеоритами. Так себе университет. Вот это дерево хорошее. И Малекиту, и тебе его можно посещать. Так, ну я еще пойду к стае личей. Испорченная мораль. Ради кулона жизни. Но явно того не стоило. А вот дракон нам нужен. Только не вдвоем. Спасибо. И дракон наш. Если бы я не захватывал всякие троглодитники, можно было бы сейчас построить портал вызова в двух замках и еще двух драконов взять. Вот эту штуку первую захватив. Ну, вообще можно юзать, да. В миссии такой прием. Ужасно, что там нет таверны, а у нас не хватает. Так. Даже на рынок здесь. То есть мы не выменяем. Увы. Там вот здесь глазница. А здесь кольца грибов. Зайдем за мантикорами. Дракончики побегают. Денег нет на мантикор. Так, и теперь вернемся пока. Здесь посидим день. Хотя маны много, но вообще пойду. Делаю в этом ходу. Военный дневник. Мои разведчики обнаружили нейтральный замок на юго-востоке от моего первого замка. Туда уже кто-то пошел, но это вот сюда нужно было завернуть. Горгоны страшные, ребята. Еще и стая. Топ-3 любимых юнитов в Героях 3. Это просто мощь. Бычья мощь. И броня, стена брони. Так. У них еще здание такое, когда улучшаешь, такое могущественное, жирное лицо быка появляется, отлитого из золота, видимо. Так, пойдем сюда. Говорят, там есть замок. Разведчики. Амулет маны. Можно это почистить, но смысла нет. Пройдем сюда. Thank you.
здесь можно сравнить Орвальда с нами. Надеюсь. Обшаривая кусты, вы находите потайной вход в притон воров. Старый знакомец рассказывает вам обо всем, что он сумел разузнать со времени вашей последней встречи. Не, Орвальда не видно. Но герои мощные. Лори Лей воюет. Дамаконь строит. Синька тоже воюет. Много. Много лордов и все сильные. Так это у нас Мутаре еще 40 плюс левел имеет. Прокачивать ее не на чем было в предыдущих частях, а лордов поставили вообще не слабых. Это драконы, верно? Да. Здесь мы их и наймем сейчас. Так, тебе нельзя тут слить всех троглодитов, они могут как начать стрелять, что не успеешь и цепануть. К сожалению, не получится. Вот если сейчас выстоят, то получится. Ах! Чуть-чуть бы. Давайте еще раз. Вдруг в этот раз рандом будет лучше. Там достаточно, чтобы один остался. Ну давайте, гудите. О, у тебя нету какого-нибудь уничтожить нежить? Сейчас. Сейчас, друзья, поищем. Нету. Жаль. Вот это сейчас бы помогло. Но, увы. Да, в этот раз рандом на нашей стороне, и теперь воскрешение. Классно, что рандом всегда рандом в героях. Еще хижина. Так, я хотел таверну. Дерево, это очень хорошо, потому что теперь сможем и здесь построить. На тебя ж там ничего не действует, да? Будь суровый. Все суровые, да, иммунитет. О, тяжело будет. Точнее, наверное, без шансов. Так, ну эти вряд ли дойдут. Ладно, пробуем. Ну вот десяток он положил. Еще не отвечают. Да отвалите вы от троглодитов. Самоцветов сейчас жалко, поэтому позже.
метеоритов по спине не хотите? Легкий массаж. Давайте посмотрим на схватку двух кристаллических и трех красных. Ну, конечно же, с улучшением от муторы. Ого! Вот это ты холоп. Да ну, так не надо, вот так надо. День 6. Ждать, конечно, драконов. Дело благородное, но нам нужна скорость сейчас. Мана кончилась. Неприятная новость. Есть у тебя амулетик. Ну, дотянем как-нибудь до портала. И вернемся. Удвоимся на следующей неделе. В общем, все хорошо у нас. Так, построим гарпий. Вот гарпий мне нравится, всего за 1000 строится. Красота ведь. Так, а тут... Тут пока ничего. День 7. Тебя бы вообще на захват лучше послать. Тебя. Ты ближе. Группа красных. Нет тумана. На группу красных. Гарпи больше скорость, чем у этих. Я ошибся. Может, такая же? Кристальные классно носятся по полю боя. Так, ну в город мы уже можем вернуться. Здесь утопия драконов. И сфера вот такая. Сферу заберем. Сфера постоянства. Делает ваших воинов невосприимчивым к заклинанию снять чары. Идем. Так, куда лучше? Лучше сюда. Седьмой день. Капеллу безмолвия или портал? В портале может попасться дракон на следующей неделе. Поэтому рискнем. И на этой. Риск оправдался. Вот хорошо, когда так. Так, а здесь вот можно под прирост глазницу бахнуть. Лорилей нету, чтобы хорошо открывать карту, так что... Чем богаты, тем и рады. Ты. Возьми эту гадость. И иди за новыми ребятами сюда. Портал хорошо отработал драконами, и глаза очень даже. Гарпи улучшить тоже классно. Но нет, не устроится. Вот так, четко. 300 маны есть.
пора тебе, наверное, отправляться туда. Давай тобой сначала походим. Вот и замок. Ничейный, золотая шахта. Давай, конечно. Оранжевый уже улучшил медуз. Я планирую пойти сюда. Можно и сюда сходить. Там поубивают конкретно, кроме драконов, но много золота и артефакты. Даже не знаю. Золото поможет, безусловно. Ладно, сходим, посмотрим, насколько нас там потрепают. Еще один замок без таверны. Посиди пока. Дракончика найми. Пришла мать драконов. Утопия должна покориться. О, спасибо за право первого хода. Так, побулькать надо. Восьмерых. Видимо, вас. Круто. Вот бы все били по кристальным. Нет. Я не знаю, стоит ли воскрешать этих троглодитов. Это все-таки мана. Давайте воскресим. Еще же 6 есть. Фу, да, надо было вначале 6 запукать. Ну ладно. Я как-то уже забыл о них. Пойдет. Крылья ангела. Воу! Вот это везение. 30 косарей. Кираса титана. Ребят, это чудесно. Колдовскую силу на 10. Бах мне сразу. Это позволяет летать все время. Полет над землей. Мутереж дракон. Правильно? У него от рождения уже, от второго рождения, крылья дракона, а не крылья ангела. Она просто их применит сейчас. Я выпью за это просто, это удача. Третья ступень. Так, вот тут я вот так, я не буду читать эти навыки, все их знают хорошо, просто покажу.
кто захочет, вдруг есть кто-то, кто не знает, восстановит, почитает. Так. Теперь вы. Я могу вас и не бить. И, в принципе, это будет прикольно. Смотрите, я просто могу их облететь. Давайте, пусть они обороняют, если там ворвутся какие-то супостаты. То они им сразу попортят статы. Нормально так, 34 тысячи принесла, можно построиться. Так, я лучше вначале здесь таверну построю. Так, вверху там тупик какой-то. Заглянем, что там возьмем. Это у нас Эвернайт. Военный дневник. Сегодня прибыли вести от генерала Майя. Он получил информацию из достоверного... Не вижу, друзья. По его словам, источник... из достоверного, по его словам, источника, что, по крайней мере... Сколько там? Трое лордов, перекрывших мне путь в Нигон, заключили союз. Я не удивлюсь, если это правда. Ни одного из лордов, противостоящих мне, не назовешь дураком. Все равно я разобью их. Просто это будет труднее, и тем слаще будет победа. То есть они не воюют теперь. Наконец-то они сообразили. Но здоровье им это не прибавит. Так, ты тоже довольно уже крутой. Иди сюда тогда. А ты... Пополняй армию. Захватывай шахты. О, деды. Копаете здесь? Да, шахтеры, вы докопали, конечно, до глубин Нигона. Не завидую вам. Вот, зараза сопротивленная. Я знал, что так будет. Еще попытка. Древнюю старуху, умирающую в полном одиночестве. Вы облегчаете ее страдания и обещаете устроить достойные похороны. В знак благодарности она вручает вам волшебную подвеску, украшенную стилизованным изображением глаза. Ее обладатель способен видеть даже с закрытыми глазами. Не ослепят нас теперь. Ну, тут что, все? Почитать? Ну, конечно же, на это ходы потратить. Туннелям на поверхность. Куда выйти нельзя. Ну, тут он набивают таблички, ребята. Занимаются так, если не скастую ничего. Сюда отойди. Здесь еще эта проклятая земля. Надоело это дрянь. Нашло взора. Ну все. Так. Антикора надо сходить нанять тебе. Магистрату идем, рынок возведем, а тут ратушу. Мана заканчивается. Не
это не нравится. Надо, чтобы оставалось на портал города. Я прихожу к замку Фиолетового. Не знаю, мог ли он купить больше, потому что он, может быть, не думал, что я дойду так быстро. Но я дошел. Я дошел, и мы штурмуем. Так, ну, героя здесь нет. Это хорошо. Я зацеплю просто, и все. Вихрь, конечно же, построим. Так, тяжело сказать, насколько он далеко. Еще один амулет маны. Ну что, серийное производство. Так, давайте с главного замка. Здесь нужно строить замок. Соответственно. Здесь сейчас магистрат еще нельзя. Ты же в следующем, да, пойдешь, да? Гости, что там выучишь в избушке? На курьих лапках, на собачьих пятках. Хорошо идет освоение пещер. Смотрите, наш уровень уже практически полностью. Два замка под контролем новые. Сюда никто не пришел. Есть шахти, которого можно здесь нанять. Не, все же он скупил всех. Так, ну это я заберу, схожу, конечно же. Проход. Ну и закручено. Без портала бы тут вообще дольше все было намного. Судя по предположению, там ледяные элементали, и это либо башня, которая защиту улучшает, либо сундук. Хотя, может быть, ни то, ни другое. Сейчас посмотрим.
нужные вещи, строим замок. Отлично. Ты основа или нет? Нет. Совсем не основа. Но все равно надо будет вернуться. Ох, какой хитрый. Пошел опять посетил флаг. Молодец. Так, сначала сюда. Да, это все-таки башня, видите, я игру немного знаю. Этого утихомирим. Здорово. Тут мутаре летает. Под сводами пещер. Ты, видно, этого не учел. В такие пещеры лучше вообще не заходить, где летает такая мутаре, а за ней еще стая драконов. Сделаем так, никто заходить и не будет. Правильно, беги. Хотя можно, да, может, получим ходы. Вот так. Точняк. Портал я бы построил, да. Что, дракон лишний будет, что ли? Капитолий готов. Отдадим, ну как, ну. Ничего себе, много отдали троглодитиков. А, я думал, ты ляжешь. Ты ляжешь. Теперь так. Отлично, шестой день. Отсюда можно будет возвращаться через найм, там, побольше нанять. Так, ты здесь тоже все сделал, молодец. Молодец. Начни отсюда неделю. Просто все на максимальной эффективности работают. И это радует. Еще один. Так, сначала тут построим вот это. А здесь повторим. Я видел глазницу, да, но пока так. А вот тут лабиринт.
телепортировался, секундочку. Я его видел здесь. Где-то. А, аж здесь. Он ни о чем, но он там драконов не пробьет. Хорошо, что я драконов не побил. Это просто очередная шаха. Сюда, наверное, пойти. Хотя тут тоже проход есть. Не, ну давайте сюда. Дедов вынес. Правильно, надо которые оставлять такое. День, два раза нанять плантикор, так тому и быть. Многобанк. Так, все на позициях, готовы начать неделю хорошо. Начнем неделю костяного дракона. Всегда готовы сразиться со стражей. Только надо оставить 12 маны на телепорт. У нас есть 20. За 8 можно вахнуть. Вот миссия идет по идеалу. И тут же ее удваиваем. И тут же, друзья. Сейчас. Дайте всеми всех найму. Чтобы никто не стоял. Я хотел тобой зайти еще тут всех взять. Кого сможешь. Ну вот они, кристальные драконы, никуда не вписываются. Черные сейчас бы тоже не вписывались, но
потом бы вписались. Я не знаю. Пусть сидят 5 медуз, кушают арбуз. А я хочу улучшить гарпию. Затемнил? Да ты чё? Суров, суров. Пойди его что ли там нахлобучить, чтобы он меньше затемнял. Я отучу затемнять. Привет. О, ходы получились. Ну, привет. Что будешь делать? Качадал. И опять затемнил. Ну, зараза. На тебе тоже. Куда он побежал? Наверх, что ли? Сюда не выходил. Значит, там где-то тусуют. Логистический. Я тебя все равно поймаю. Фу, гоняться за вами еще. Посмотри, чем торгуют, чем там вообще народ промышляет. Вики, не тянитесь, это мне пишут, друзья. Я там разместил рекламу в сообществе Final Fantasy. И там много сегодня пишут. Сейчас уже волна прошла. Так, это у нас второй замок. Военный дневник. Сегодня начальник разведки принес две новости, хорошую и плохую. Хорошая новость в том, что из глубоких пещер прибыло подкрепление. Плохая новость, они не смогут до меня добраться, пока дорога в глубокие пещеры не будет очищена от монстров. К счастью, дорога заканчивается рядом с замком Бэтфанг. Это наш замок. Вот здесь дорога заканчивается. Ну да, здесь. Надо вылавливать там кренделька. Вот это я подошел, но уже не смогу в этом ходу никак. Что, покупай всех. Посражаемся от души, Lost Hold. Сюда надо было идти. Это Дамакони, это сильный. Можно сюда ТП-шить просто вот этого дядьку, и он встанет на оборону. А у тебя вот так ходы останутся, если ты наймешь? Скажи, что останутся. Вот молодец. Да, ты должен нормально затащить. Воскрешать умеешь, цеплять умеешь. Все умеешь. А в нашем Бэтфанге завелись мантикоры. Вообще тараканы завелись. Ну это вот такие подземные тараканы.
размером со льва, чуть с крыльями. Я как чувствовал, сюда зашел, глаз нанял, потом сюда, потому что потом я оттуда телепортируюсь сюда. Так, ты собирай, собирай. Ты тоже двигайся. И они там что-то ходят, бродят, ерундой занимаются. Lost Hope так и стоит без армии, серьезно? Так зашел, взял, ну ладно, проходной двор у вас тут, пацаны, нельзя так с Лостхолдом обращаться. Теперь бы тех поймать, но опять же они все разбредались, разве что выскочить на этого. Сей, вей, посевай, с Новым годом поздравляю. Логистика у нас экспертная. Можно попробовать догнать. Давайте попробуем. В втором замке мантикоры завелись. Хорошо, что Муторе утопию посетила вначале. Пошло просто строительство. На ура. Сидеть, не сидеть. Нет, не сидеть. Видимо, не сидеть. Здорово. Чуть-чуть не хватает до тебя. Ладно. Давай, пойдешь в Lost Hold или у тебя еще замки? Сейчас узнаем. Ноги есть. Они даже неплохо не пахнут. Потому что каменные. Нормально, замки есть, я смотрю, не идут, не паникуют. Вальяжно себя здесь чувствуют, в общем-то. Можно тут мантикоры, чтобы завелись, или минотавры. Это дюже жирно для вас. Сначала свои замки отстрою. Жалко, верните. Карты пророчества. Простыми словами я не вспоминаю пророчества. Пу-пу-пу-пум. Алама! Проредил. Спортить мораль Муторе легко. Так, давайте теперь построимся. Драконов даже тут по какому-то счастливому стечению обстоятельств бахнем на этой неделе, но это вряд ли.
Да действительно, вряд ли. Вот еще и камни потратил. Так что да, маловероятно. Догнал. Сейчас медуз зацеплю. Тоже больно, они тоже жить хотят. Видеобрейкер, посмотрите на канале, и вы все поймете. Хорошо, идем. Все идет как по маргарину просто. Давайте дальше. Муторе летает по пещерам, и они уже все забились от нее по дальним углам. Драконы, и шестой день прекрасно это мне подходит. Мать драконов найдет своих даже в самых глубоких пещерах. Сейчас посмотрим, там немножко их нахлобучили, как сейчас обстоят дела. Стоять тебе здесь, не стоять, да не иди. Вот это было верное решение. Там, правда, у нас у основного замка мы не заберем уже на этой неделе троглодитов и гарпий. Можно кого-то нанять, это сделать. Кому оно надо вообще? Ты мог бы сходить, кстати, обезьяна. Ты бы успел, если бы тут не стоял. Но тоже знал, что он там будет. Ты нет, ты молодец. Это я так просто... любя. Так. Драконы через портал поступают как через Урал. Драконьих замков нигде нет, а драконы у всех есть. У него есть, у него есть, у нее есть. Ну, так получается. Ну что, что ты дергаешься? Подошел посмотреть. Да, дамакон есть. Там дергается кто-то, надо его успокоить. Ману оставлю на успокоение. Вот это Лори Лей. Пойдем. Она сильная, если что. А мы еще сильнее, если что. Так, вот раскручу, верчу. Размотать хочу. В общем, Лори Лей загрустила после такого. И только ее и видели. Так, седьмой день. На седьмой день драконов мне нанять не лень. На первый. На первый, да.
Сейчас на седьмую мы сходим, наймем. И потом сюда раз. Ларелей влепили в глаз. Еще выход. Короче, одного крутого героя мы истрепали. Нет больше ее мощи. Она, конечно, сейчас его еще купит. Но армии уже нет. Цепанули там хорошо разочек. Добротно. Драконов хочу успеть. Получается, я, ну, Дорена ему два дракона, ну вот она прям там вот взяла под прирост здание. И вот эта коровка тоже сейчас возьмет. Маликитовская. Так все сладко складывается, что даже сладкий кусочек шоколада хочется. На последнем ходу. Удача при мне на этой миссии. Это вот такая миссия, что если вы хотите кем-то поделиться, с кем-то поделиться этим прохождением, а я уверен, такое желание должно возникнуть, потому что героев надо только популярно делать. То как раз вот это и можно делиться. Это такая, да, интересная, динамичная капелла тишины нужна. Вот это надо. Седьмой день. Можно поменять? Можно, да. Так, еще раз. 15-15. Ситуация 2.15. Раз. Так. Не может все так хорошо быть. В жизни. А в героях может. Зачем нам жить, когда есть герои, правда? Садимся сюда и просто на месяц. Или на год. Поехали дальше. Ты где стоишь? Вот здесь встань. Конь такой, а? Ничего, ничего. Мы таких коней сейчас быстро приструним. Ларелей знает, как его это. Сейчас и конь узнает. Я не хочу улучшенных. Давайте не улучшенных. Здесь тоже всех не улучшенных, потому что я хожу по, кроме гарпий, по жилищам, нанимаю. Не, за этот ход уже никак не успею. А это я не по той дороге пошел. Да, да, но здесь, наверное, есть связь. Сейчас мы как раз и проверим это.
сам драконами обзавелся, молодец. Надо заклинание уничтожить нежить, вот не хватает его прям. Поверхность или еще дракона взять? А, вот тут еще кусочек. Вот давайте кусочек. Может, и здесь замок будет? Хотя... Сейчас узнаем. Теперь... Строим. Это не нужно однозначно. Тут тоже ничего такого. А ты где? Военный дневник. Только что разведчики обнаружили идеальный город драконов на северо-западе. Разведчики его обнаружили? Я его уже давно зачистил, было идеально, рядом с подземными вратами. Несколько дней назад был найден еще один город драконов за подземными вратами на юго-западе. От подземных врат до него около дня пути на восток. Вот этот мы еще не почистили. Находите кузницу гоблинов, где они куют оружие на погибель людям. С воинственным кличем ваши воины нападают на их лагерь и обращают гоблинов в бешенство. Осмотрев трофеи, вы обнаружите волшебную вагонетку, руда в которой никогда не кончается. Обессудьте. Так, здесь ты была. Сюда тебе не надо. Нам надо добраться скорее туда. И забрать его. Давай еще разочек. Молодец. Понимаешь? Возможно. Этот дама-конь. Эх, повезло ему. Еще один. А кого мутора кинется первая? Сейчас рассыпнуть должны от нее просто. Вот еще фиолетовый замок. Если я его сейчас возьму, то дама-конь должен кидаться. А я его возьму. Да, фиолетовый все, проиграл.
Давай, Лиловый, до свидания. Понял. А, ноль. 440 маны. Там даже что-то есть. Ну, давайте посмотрим. Ну, тут парень с пользой вообще пришел сюда. Ну, а теперь давай домой возвращайся. Хорошенько мы их проредили. Сюда пойдем. Тоже связь. Здорово, Лори Лейн. А вот и твой замок. Успеешь вернуться в него? Еще один замок, это было круто и нужно. Но теперь особо ничего не построим. Зато замок там. Последний надо сделать магистрат. Орели драпает. Сначала замок захватим. Пустой. Забрал, конечно. Хочется ее поймать. Мантикорис здесь, да? В бой! Так, надо ей не дать сбежать в этот раз. Хватит. Вонючие троглодиты могут ходить впервые.
Все, зажали мы ее здесь на мантикорах. Нет ни сизого, ни лилового, ни другого какого-либо хренового. Так, это можно пока... А, это сюда что-то. Это я уже туплю. Удача нам не нужна, нам вот это нужно, да. Удача у нас и так. Эксперт. Так. День пятый, хватит у тебя сюда? Хватит. Вот этим можно пойти в город, взять армию. Можно и без армии идти, уже и так там всем так надавали. От муторы все позабивались по дальним углам, я уже говорил. Так. Не, мне надо тут в одном из замков магистрат, да, вот в этом. А других порталов. Порядок. Полный порядок. Фениксы? Ну ладно, жар, птица, они жарят. Пойдем, Вайвернайт. Ты его отвоевал, ты тут правишь. Дракон тебя ждет, видишь? Еще один ждет, видишь? Неплохо, неплохо. Уже не успеем. Теперь можешь сходить уровень взять. Ух ты. Хочу туда, или там река. Лорилей. Надо, чтобы это узнать. О! Можно было. Можно. Вот когда здесь мана бы в таких местах заканчивалась, вот мне нравится. Герои иногда вражеские выпадают. Мы помним, у нас было. О, здравствуй. Оранж. Димир. Что ж ты замок-то? Не обороняешь, Димир. Газ один замок не защитит. Ты его, наверное, только взял. Да, ребята. Тяжело вам будет с мутары тягаться. Парень обиженно ушел. Стоять. Мы еще не закончили. Ладно, давай, давай, иди сюда. Бери уровень. 34-й, все счастливы, все довольны. Ты, денек, хотя тут же еще не нанимал ты на этой неделе. Да, денек ждешь, потом армию уберешь, пойдешь и всех порвешь. Седьмой день. Это наш основной замок. Надо в порталах поскупать. Раз. Драконы. В порталах. То, что лорды подземелья прописали. Как без портала здесь? Здесь нет? Нет, здесь есть.
Здесь мы купили. Ребят, надо обеспечить портал. Ну давайте, поработаем над этим. А, портал, ладно. Пойдем догонять. Ребята, у меня разбегаются уши. Сифенрот. Я твой рот. Наоборот. Первый. Хитрая стерва. Все сделала максимально выгодно. Так, ну что? Попал Демерчик ногами в маргарин. Я начну цепляться. Что ты их взял? Правильно ударил? Вот. Ох, ничего себе, ты просто блеснул, блеснул. Троглодитов положил. Один. И вместо лесопилки надо его поймать. Ну, хотя я попробую лесопилку и его. И то ничего не получится. А так бы мог догнать. Бердыш. Я все равно тебя догоню. Как же вот просто мутера ворвалась, порашвыривала тут их, а? Ребята просто... Коза, точнее. Где-то тут тебя прихлопну, уже не сможешь убежать. Ну, Бердыш спасалась как могла. Давайте вместо троглодитов теперь медуз будем таскать. Гарпий надо улучшить. И купить. Вот так. Которая может пролетать даже там, где... Кроты не пролезают. Вот тут мы сейчас прыжок совершили, конечно, отсюда. Очень для них неожиданный. Еще одна утопия. Надо брать. Ай! Будем воскрешать. Такую мерзость никто терпеть не будет. Никто.
такое никогда. Не будем воскрешать. Удача решила иначе. Ну, значит, так тому и быть. Смотрите, одеваем какой меч на характеристики. Бум! Плюс 5 ко всему. Сандалии уже оделись. Ой, вешайтесь, подонки. Летит муторе. Деньги есть. А ресурсов нет. Ну, армии будем покупать, да, армии. Особенно там сейчас джигит хочет взять. Куда столько замков-то, а? Думали, будете здесь тараканы расползаться. Которая была к этому готова. Того победа для нее будет слаще. Ее слова. Все хорошо. Можно идти. Пожарим. Настолько быстрые, что ходят быстрее кристальных. Но настолько бесполезные, что даже не убивают палатку. Схожу я домой завтра. Возьму армию. Так, а тебе можно идти дальше, в общем. Куда я хотел? Я хотел тут, во-первых, все позахватывать. Давай в Малев сходи, ты ж Малекит. Малекит с Малевом дружит. Понемножечку пополнишься. Есть что над чем поработать. Да что за идиотские лабиринты? Хорошо, что летает наше муторе на крыльях. Здесь камня не хватает. Ладно. Дерева тоже не хватает, так. И хватит пока.
Кто? Где? Так много замков, что... Ага. Синка, да? Ну, жди. Ты там тоже был. Одним из лучших я уже там всю эту свору разогнал. Твоя очередь подошла. Здорово. Да, у них у всех, конечно, такие неплохие армии. Неплохие в том смысле, что выносятся неплохо. Так, начнем цепляться. Час твоих троглодитов двух драконов срезал. А ты знаешь, что мать драконов всегда их воскресит? Это ты учитывал? Бежать не удалось. Надо это передать на кого-то. Все, я домой. Просто хотел спокойно прийти домой, отдохнуть тут денек. Так и будет. Можно еще и пойти уровень взять. Так и будет. Получается, оранжевые и синие остались, да? Барахтать там еще где-то. Раз ты тут, на тебе это. Иди дальше. Ну что, нанимаем? Ух, 13 драконов. Гарпи, которых срезали, восполнили.
ребятишки. Я уже иду. Уровень сейчас возьму, а то у меня маленький. Теперь 44-й. Сюда еще надо заскочить ей. Военный дневник. Чувствую, что придется мне как-то нейтрализовать ложь Орвальда. Если люди в самом деле поверят, что испив моей крови можно превратиться в мыслящего дракона, все лорды мира будут пытаться убить меня. Самая мудрая ложь та, которую люди хотят услышать. Так. Драконы, это хорошо. Я тебя булькну. Если ты не булькаешь, ты заливаешь. Так, там подходит к замку. Нечего ему там делать. Надо попробовать успеть туда и туда. Она еще не должна дойти. Даже если дойдет, сюда телепортируюсь и займусь. Домой. Сначала куда-нибудь за маной. Вот так. Теперь домой. Не наймешь. Подождем. Там тупорылая. Спешила. Думает, да, я сейчас там по пути пока позахватываю. Как я классно прыгнул вообще отсюда сюда. Это тут вот дючку нашел. Мне не пришлось с того входа заходить. Это просто было ход с козыря. Так, ну ты, в общем-то, управ... Можешь и ты с ней разобраться, с Сору Кроун, легко ведь можешь. Пойди разберись. Куда тебе тогда? Сюда? Или в Сорроу тоже идти. Тут прям место встречи изменить нельзя. Дракон не хочет выйти. Хочет. Чувствуют муторы, я говорю, слетаются просто как мухи на говно, но это большие мухи, такие красные, опасные. Так, продолжим исследование. Тут улучшалка, да? Должна быть какая-то. Или табличка. Табличка моя любимая. Давайте. Верхний туннель. Ура! Я теперь знаю, что там.
должен вам замки отстраивать? Как гарпи теряешь? Ты же джигит. Они так не поступают. Как вы мотошитесь? Ты сюда дихлофосом побрызгали? Дейс, дружочек. Опасно в одиночку ходить по таким пещерам, где летает мутаре на драконе. Точнее, дракон мутаре летает. Убить нежить, кстати. Долгожданное убить нежить. Уже не актуальное, но по максимуму можно поизучать пацанам. Троглодитов здесь нет. И нанять их нельзя. А минотавры здесь есть. Нанять их нельзя. Их тоже нету. Ай, сволочная жизнь. Строимся снизу вверх. День седьмой. Магистрат. 1/7 надо минотавров. Тут нет минотавров, но тут магистрат нужен был. Везде свои порядки, понимаете? Местное самоуправление, децентрализация. Понятно, понятно. Страх противников увеличился. Как тебе? Неприятно, что на первый день прихожу и все забираю сейчас вот так вот, во-первых, вот это строю. Так. Все. Сядь-ка и сиди. Хватит тебе нанимать. И так всех сможем разорвать. Думал еще по порталам пройтись в том ходу, потом понимаю, что неделя кролика грядет, они будут бежать, как зайцы поджав хвост. Ты не стал. Что, что ты вышел? На людей посмотреть, себя показать? Чтобы не позорился. Да, это мутаре. Я тут хожу, это не мутаре, это мутаре. Давай еще мораль опустим. И еще опустим. Точняк. Мне очень нравится. Так, здесь можно улучшить до черных наших 19 драконов. Бахнем.
Лучи. Да, я вот представляю, нет портала здесь по этим всем пещерам, по этим или извилистым ходам, загонять их долго пришлось бы. Загнали, конечно, куда бы они бегать. Но... Маг Мутаре лучше, чем Лорд Мутаре. Артефактами торгуют. Полны товарами, пестрые лотки тут просто. Вот так-то лучше. Я, конечно, не отказался и здесь улучшиться, поэтому схожу в Chillwater. Армию на 5000 построю хранилище и куплю только вас. Ребята, ну все, ну вам ГГВП надо делать только. Да-да. А, замочек. Так, там замочек с Орвальдом. Старый извращенец, ладно. Засел там и тихорит себе. Стой, хотя ладно, иди. Пойдем к Орвальду. Интересно посмотреть на твои характеристики с 9 медузами-то. Один, два, один, два. Ну еще первый уровень. Шет. Корвальда выставили просто с 9 медузами. Ребят, вы что, бунт подняли против него? Против него все бунты, походу, поднимают, даже вот видите. Как трагично он закончил. Выставили свои союзники просто за ворота замка, 9 секунд дали. Какой-то шахте даже, это не шахте.
шахте. Ладно, не важно. Все равно я видно за вебки, а я цепляться. Цепляться можно. Оранжевый. И мы, конечно же, его снесем. И победа наша. Тут уже никого не качать, не улучшать не надо. Так что идем. Так, оранжевый узнал, что Орвальд умер. Орвальд, да, вот как в неделю кролика себя и вел, собственно. Там какой-то Брон воюет. В общем, это не будет сложно. Принять мумий? Возьму. Так, как тебе лучше, наверное, отсюда двигать, да? Это красные, красные нам не нужны. Куча красных мантикор. Джигита не вытащила, я ее переоценил. Димир Джигиту нагрел. Вот это прикол. Я в шоке. Я ж там драконов. Больше, чем троглодитов. 6 вон. Еще всякая мусорня тут. Почему не показывали Димира? Потому что он сидел в замке. Время пришло, Векс. Мутаре прилетела. Это ее подземелье, она здесь госпожа. Думаю, каждый день вы в этом убеждались. Неоднократно тут самая, наверное, большая армия собралась. Даже кристального нам убьют. Тем интереснее будет наше сражение. Я начну с того, что будет цепляться. Молодец. Ну, какая курва кусает и улетает. Как же она кровь пьет. Пятый герой в действии тоже радуется подобным. Да.
Стального не потеряю. Даже урон не нанесут. Гарпий жалко, только... Вставайте. Вот так, без потерь. Артефакты вырвали, еще не все. Представляете, еще где-то кто-то крысит. Ну, может, имеется в виду вот этот. Жалко, тут нельзя мумию лучше. Делали бы еще что вот этих юнитов там. Крестьян, хоббитов, наездников на кабанов, кочевников, которые... Ох, говорят, а мы до сих пор не послушали. Мумии и прочих можно вот здесь было получать. Это вообще было бы класс. Два дракона. Красный, черный. Там есть, может, какая-то магия, может, знаешь, там старцы сказали, что с двумя такими драконами ты возьмешь любой замок. Они всегда будут. Вот так. Вот так Мутаре проявила себя как хозяйка подземелий. И мы проходим последнюю миссию Орвель в этой компании. Мертв, как и его прихлебатель. Их земли и богатство теперь в моей власти. Я приведу к рукам весь он. Дракончик отдыхает с головой Орвальда. Тут можно было в этой компании тоже Мутаре поставить в конце. Уникальную сделать заставочку. Да. Прям на одном дыхании миссия. Красный он, опасный. Виртуозила Game World. Канал, где вы можете посмотреть любую игру на 100%. Не забывайте, друзья, что вы можете также заказать любую игру на 100%. Если хотите увидеть любого жанра, пишите. Я всегда готов реализовать для вас и раскрыть любую, как я уже повторюсь, сотый раз игру. В той полноте, в которой ее еще не делали на YouTube. Остается три компании. Две открытые, одна закрытая. Празднество жизни и игра с огнем. Что-то из них мы начнем в следующей части, которую вы, конечно же, не пропускайте. Друзей приглашайте и не забывайте. Увидимся. We'll be right back.